Всем привет! Сегодня я буду слушать своего любимого Перекинесиса вместе с Дакокой. Будет петь тоже новый трек, я так и поняла, «Времени нет любви». Ну, надеюсь, что... Хотя такая скорость в жизни большая, и темп жизни такой большой, что уже даже не до любви вообще, это личной жизни. Но хотелось бы, чтобы в вашей жизни эта любовь случилась. Потому что без нее вообще-то одиноко и грустно, и скучно жить. Ну, сейчас порвем душу любовью. Подушка, холодный камень, все лопнут слова и стан. Хлопушками и хлопками, глотками, хватая воздух. Из бури в моем стакане стрелка часов кусает. Поймала себя за хвост. Времени нет любви, по любви она не дискретна. Слепи промежутки в контур, где нитью, а где-то скрепкой в один непрерывный луч. Но тронуть и он развалится луч, это лишь отрезки, не думая о высоком. И в каждом отрезке нет ни грядущего, ни истоков. У времени нет любви, по любви она не дискретна. И скобки множества точек внезапно напомнят клетку, а значится есть предел. Все ради, чтоб в окнышко, как в киоске, мне как-то тебя собрать бы из рухнувших с неба звезд. А время куда-то катит, у времени нет колес. У любви оно не дискретно, шаг еще шаг разрыв. Нам осталось тут лишь бежать или взять и дышать на взрытый отрезок для нас закрыт. Еще один шаг вперед, сломается луч судьбы, так время опять прервет. Попробовал, переделал тысячи вариантов, и кажется, нет предела. Но как-то что-то кажется, надо поставить крестик так, чтобы между двух ноликов третьего мы не влезли. И продолжилась бы игра. Попробовал, переделал тысячи вариантов, и кажется, нет предела. Но как-то что-то кажется, надо поставить крестик так, чтобы между двух ноликов третьего мы не влезли. Продолжилась бы игра. Попробовал, переделал тысячи вариантов, ты, кажется, не предела. Но как-то что-то кажется, надо поставить крестик так, чтобы между двориком третьему были лезть. Подушка, холодный камень, все лопнут слова и стан. Хлопушками и хлопками, глотками, хватая воздух. Из бури в моем стакане стрелка часов кусает. Поймала себя за хвост. Подушка, холодный камень, все лопнут слова и стан. Хлопушками и хлопками, глотками, хватая воздух. Стрелка часов кусает. Поймала себя за хвост.
Что я хочу сказать? Во-первых, вот с девушкой, мне кажется, у него, ну, во-первых, он вот оригинален настолько, вот разный, он разный. Вот в этот раз он был совсем другой, то есть он душу не рвал, он был такой аккуратный, и ему вот идет с девушками петь, вот сразу хочу сказать. Очень много было взлетов, вот этих падений, как я люблю, очень много было переливов и разных мотивов, и разных направлений, и он был, вот, он был разный, она ему там вот вторила. И, в общем-то, как-то было необычно, я бы сказала, для Перкинесиса. Но эта необычность, она была... Иногда кто-то экспериментирует, и неудачно. А здесь, мне кажется, очень удачный эксперимент, который в очередной раз меня удивил и поразил таланту Перкинесиса. Ну и, соответственно, Дакоки, той самой, которая вместе с ним очень органично вплелась в эту песенку. Всем пока!